К другим темам. В Джидинском районе люди заразились бруцеллезом. Это неизлечимая болезнь, которая поражает суставы. На прошлой неделе мы уже рассказывали о том, что инфекцию нашли в одном из хозяйств Джидинского района. Тогда пришлось сжечь 11 голов скота. Накануне в Министерстве сельского хозяйства республики сообщили о еще одном очаге бруцеллеза. Очаги бруцеллеза выявлены у КРС в сельском поселении Боценское. Диагноз подтвердили у 43 животных в двух личных подсобных хозяйствах. Сейчас зараженные животные отчуждены от основного поголовья. В течение 2 недель данный скот будет умерщвлен и утилизирован. Накануне в управлении ветеринарии республики сообщили, что бруцеллезом в Джидинском районе заразились и люди. Опасное заболевание выявили уже у 2 человек, еще один под подозрением. Отметим, бруцеллез может привести к инвалидности, а заражаются люди, как правило, от скота. Например, если выпьют сырое молоко зараженной коровы или съедят плохо прожаренное мясо. На сегодня у нас есть соглашение с Министерством внутренних дел. При выявлении несанкционированного ввоза живых животных либо транспортировки мяса без сопроводительных документов будут проводиться все мероприятия по изъятию данного мяса. Это в первую очередь, конечно, для обеспечения эпизоотического благополучия и безопасности наших жителей. С начала лета в Бурятии уже уничтожили более 150 голов скота, и все в Джидинском районе. По словам главы района, причиной может быть близость к границе с Монголией. Все эти стоянки находятся непосредственно рядом с границей, 3-5 километров. Может быть, дикие животные, может, от них там тоже переносчики заразы. Убытки в Джидинском районе оценили в 7,5 миллионов рублей. Кстати, расходы несут не только собственники, но и республика. На сегодня анализы взяли у 1200 голов скота. Совместно с Министерством сельского хозяйства, ветеринарная служба, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, в общем, все мы сейчас активно работаем, чтобы купировать эту ситуацию, чтобы она, самое главное, дальше не пошла. Сейчас те самые хозяйства закрыты на карантин. Его снимут, когда тесты на болезнь 2 раза подряд окажутся отрицательными.